Ассаляму алейкум, сайхлы джимат. Сегодня, 11 июля, в городе Москва проходит суд, после которого наших отцов развезут по разным тюрьмам, которые мы не знаем. В джами города Бахчисарай проходит дуа. Много людей пришло поддержать наших отцов. Мы все обратились к Всевышнему Аллаху о скорейшем возвращении наших отцов. В этом джами они совершали намаз, организовывали байрамы, устраивали ифтары. Я уверен, что во всем мире сейчас проходит дуа, в каждых мечетях. То, что сегодня столько людей вышло в защиту и поддержку наших отцов, очередной раз доказывает, что наши отцы не имеют никакого отношения к этим преступлениям. Наш народ не террористы. Наши бабашки не террористы.